Итак, всем привет! Сегодня у нас наступил выходной день, и оказывается, этот понедельник, который будет, это тоже выходной по всей стране, называется он President Day, то есть день президента. И поэтому мы сегодня четко решили, что куда-то поедем, только не решили еще, правда, в какую сторону. У нас закрадывается мысль попробовать снова покорить Портленд или даже Сиэтл. В общем, ми думали навіть спочатку про Йосеміті, але там треба, мабуть, днів 4 і, да. Мабуть, трошки потепліє. Ну, в Йосеміті ще не ті погодні умови, щоб їхати от прямо зараз. Хоча якраз гарно дивитися зараз на водопади. Там зараз багато велиководня, так, ну. Ми хочемо бачити все зараз, поэтому водопади не варіант. Так що погнали, в общем, посмотрим. Oh wow, they are big. Yeah, just be careful. They're they can get violent if they're, you know, if they're not careful. Oh really? Someone's nervous. Other enemies all shoot up. Yeah. But yeah, there's usually like a big group down the street. I saw them. It's crazy. Много индюшек у нас тут. Интересно. Ух ты. Они такие звуки прикольные издают. Ідемо в магазин Petco. Будемо їжевіку купляти фулмінатор. Короче, спеціальну щітку, яка поможе збавити нас від шерсті. Більшість шерсті. Будемо її вичистувати, бо вже все. Сезон леньки починається. Да, я вже говорив, це два рази в год, це пипець яка проблема. Оно еще тянет, как умалишенное. Ежевика. Полегче. Hi. Hi. Покажу трішки. О, clearance. Uh-oh. We're looking. Ага. Давай покажемо іграшки для собачок, так? No, we need something harder. Yeah. Like, no, це не візьме. Maybe this one. No. That's an undercoat comb. We отаке типа мо. Yeah. So that's the one. That's what I would suggest ultimately. And I think that. А на щастя, Дан. And we in past we used this. Yeah, permanente. Permanente. Yeah. We have in home. Or this one. Yeah, I would say that your this dog... is white. Це для коротко шерсти. Yeah, може... that's for a large dog. Yeah. Нам треба, мабуть, більше. Yeah, and you know, want to have it sized right? Like so medium size, probably. How many pounds is your dog? 40. She's like... Будеш корзинку брати? Ну, пошли покажемо. Це перший корм, який ми її жвіки купляли. Щоб перевезти її, і він її зайшов. У мене дура. Даня тут любиме заняття. Колбаски собачі. І ще навіть для собак такі є штучки. Можна переплутати. Для дітей теж такі є. Дань, тільки не забудь потім поскладати, де місце, добре? Oh yeah, he constantly covered the hair, and when he moved, he just got smaller dogs. Да, вычищает шерсть. А, не треба пчик-пчик-пчики. Oh, that's cool. This is really cool. Perfect, huh? О, то що для таких осюків показує. Ага. Самоє, да. Так що? А якщо таку більшу? Ну, просто там $52, 53, 55 буде. Да, слушай, я, чесно, я не ожидал, що настільки дорого. Фурмінатор $50. А якщо таку брати більше, чи може таку попробувати? Вона предлагала нам таку? Ні. А яку вона тобі предлагала?
Что такое? Это ты для короткой шерсти? Мне кажется, вот это хороший вариант. Угу. Еще... Можно пошире даже. Ну, попробуй. Разок. Много раз не чесать. Разок. А, отлично снимаю. Проблема только, если потом с нее доставать эту всю шерсть. Вот такой. У меня с расческой буду с ежевикой делиться. Ежевика, модница. Мерим ей ошейник. Широкий, широкий. Ну. Крутая, крутая ежевика. Це сильно для неї. Ну да, он слишком. Видно, но це, вот, як на бадяна. Ну вот да, но ежевики больше идет не такой цвет, а другой. Да, не травой. Я и вот тот первый, который ты брала, по-моему, он самый прикольный по цвету. Ежевика, ну все вообще. Леди, блести, сверкай. Боже, ты моя красоточка. Боже, как красуня. Дань, двигай ежевика, красуня. Человека дают. Смотри. Светленький. Ну все, красота. Дай. Смотри, лапу. Она просит снять, по-моему. Снять? Ежевика решила выбрать себе игрушку. Ежевика, на, все. Белка, здорово, ежевика, давайся. Здорово, белка. Ее шерсть почти такая же, как у ежевики. Даня пошел на кассу. Короче. Ладно, пока Даня пошел на кассу, в общем, мы же сюда заехали купить форминатор. Щетку, чтобы от линьки ежевику избавить. Здесь она стоит в районе 50-60 долларов. И я просто так решил открыть Amazon и посмотреть, сколько там стоит эта щетка. Один в один точно такая же модель стоит 30 долларов. 27 даже. То есть тупо в два раза дешевле. 60-27. Короче, мы, наверное, закажем на Амазоне, еще пару дней потерпим, но лучше... Вычешу я. Но лучше сэкономить немного денег. Можно две купы просто. Да. Короче, вот цены на эти форминаторы. 63, 52. И вот мы решили взять, который за 52. А теперь, внимание, 29,99. Это сейчас он на акции. А до этого он был 33 доллара. Одинаковые полностью. Одинаковые названия, вон там сверху видно. Причем большой даже стоит. Да, большой стоит дешевле. 63 доллара 25. Вот так вот. Ходи потом по магазинам. Итак, Даня купил тарелку, купил мячик. Форминатор, как я и сказал, мы будем покупать на Амазоне. Придется потерпеть еще немножко. Сейчас мы поедем пропылесосим машину и оденем наконец-то чехол, который нам пришел еще аж на прошлой неделе. Мы неделю ездим уже без этого чехла. Он одевается полностью на заднее сиденье, чтобы не было никакой ни шерсти, если там ежевика грязная. Чтобы, да, сохранить заднее сиденье для следующих хозяев автомобиля, когда мы будем его продавать. Приехали мы пропылесосить машину. Я сейчас буду брать ежевику. В общем, потому что у нас сейчас опять вот такой вот пипец творится. Все в шерсти, абсолютно все. Ежевика довольна этим, да, ежевика? Счастлива. Да. Здесь все в грязи. Тут чашка моя. Но, короче, если ехать в дорогу, то надо ехать в чистой машине, чтобы было просто приятно ехать. Может, даже и помоем. Гуляй ты, гуляй. Хотя дождь собирается, не знаю. Это ж как обычно, закон подлости. Сейчас. Если это, по-моему, машину, значит будет дождь. А то... Написано, что этот пылесос только для тех, кто уже помыл машину, но на самом деле сюда приезжают все подряд. Абсолютно бесплатно можно пропылесосить свою машину. Итак, машина как новая. Ежевика на своем новом месте, пристегнутая. Мы постелили уже этот чехол. Кстати, такой прикольный. Мягкий. Водонепроницаемый на случай, если кто-то будет мокрый, да. Поломалось, но ничего, починим. Здесь уже все чистенько,
Все, ежевика немного недовольна, что мы ее пристегнули, но безопасность прежде всего.